на записи. Хорошо. Привет, дорогие друзья. У нас свет включить, так ничего не видно. Вот. Я сейчас нахожусь в гостях у Кирилла Сидорова, лидера группы, легендарной группы «Мегалит». Оригинальное такое блюдо «Солянка» с фаршем. Да, это Инна приготовила, моя супруга. Спасибо ей большое. Инна, спасибо тебе большое, огромное. Дай Бог здоровья. Я никогда еще такой не пробовал. Ну как? А еще, ребята, с чесночком и свежий, вот только что срезали, не свежайший лук свой, собственный. Тоже жрать хочу. И пивком общем, запиваем, да? Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Нарядили елку. А, да, елку нарядили. Это бесовское создание, символ смерти. На Руси это раньше был погребальный ритуал. Елка ассоциировалась, что домой ее приносили вообще, боже упаси. Но Петр Первый потом решил это сделать. Это вообще пошло все из Германии. Но не столь в этом. Мы любим праздники, любим этого бородатого мужика, Санта-Клаус, Питер Клаус. В общем, все нормально. Мы сидим, как всегда, дегустируем. Да, у нас такой вот небольшой скромный стол. Да. Женек пьет пиво. Чуть-чуть можно, тем более, что сегодня закончился первый круг РФПЛ по футболу. Спартак переиграл в Грозном Терек. Он, скажи, даже как кот у нас за стеклом сидит. Передача за стеклом еще у нас тут идет. Лаки, лаки. Да, она тебе не слышит. Ну ладно, это не важно. Вот. Ну а может быть, ты что-то хочешь сказать? Я хочу сказать своей любимой Инке спасибо большое тебе за ужин. Ну, так что у нас все нормально, все хорошо. Кузин ко мне опять приехал. Вот видите, говорит, ребят, мне чем похвалиться, мне Кирюхе. Да, конечно, есть чем. Чем? Друг мой старый любезный ко мне заехал. Ну, а похвалиться чем? Тобой. А-а-а, вот кем-то чем. Чем уже, да, к этому? Ну, вот, да, скажи мне. Че у тебя, на сколько у тебя тут памяти хватит? На много. Ну, так что рыбалка завтра у нас, наверное, это обламывается. Исходя из наших событий. Но радостные события все еще впереди. В новом году. Так что скоро Илюха коттедж все будет покупать. А зачем ты об этом говоришь? А, ну ладно, это будет в следующих видео. Так что смотрите, не переключайтесь, оставайтесь на канале. Ну ладно. Женек, приятного аппетита. Спасибо большое, и тебе приятного аппетита. Ну что, давай. Тогда попрощаемся с нашими телезрителями. В общем, пока щеглы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И миру мир. Ваня Пиписка. Да, пан такой.